заряженный магазин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть упаковок патронов. Соответственно, вот у нас КСУ. Автомат АКСУ. Незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины пресекли сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. При продаже автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя, жители Евпатории. Они обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия и боеприпасов. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3, частью 5 статьи 222 Уголовного кодекса России. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.